Здравия желаю, уважаемые зрители. Итак, проведем испытание. Я уже приводил сейчас для вас. Значит, что? Включаем индукциоид. Поставлен сейчас пока на 24. Для того, чтобы, как говорится, ничего не поломать, не сломать. Это как для опыта пока. То есть, как сказать, изделие, концепция изделия готова. Тут только техника осталась. Запчасти, самое, сварить, приварить, чтобы все это крепко было. Вот. Итак, включаем вольтметр. И включаем. Пошло, видите? Включаем, значит. Смотрим, напряжение растет. 9. 10. 12. 17. То есть ему разгон нужен для начала. Вот, 12 и 20. А дальше отключаем и смотрим. Напряжение 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7. 6. То есть на инерции 6, 5,5, 5, 5. То есть на инерции в 2 раза больше, до 5 вот. Так, выключаем. И сейчас еще 3 продолжает светиться. Ну, в общем, в среднем считаем 11. Да. Смотрите, что. Значит, полное напряжение. Полное напряжение у нас 12,20. Вот калькулятор. Калькулятор. Считаем выход. Так. Вход у нас 22 вольта, мотор, значит, на 225, 22 ватта. А выход, значит, 12, так, 230 максимально его, разделим на 12 и 2, получаем 18,85, ну, в общем, 19, ну, 18,85. Так. А теперь его мощность 585 разделим на 18,85. Итого 31 ватт выход, а вход 22. Видите как? Плюс к этому можно, значит, 10 секунд он проработал, допустим, вы видите, видели. А дальше у него стало скакать. Когда я выключил, еще секунд 20, у него 100 получалось. Сразу упало на 11 и дошло до 5. Вот 11 плюс 5, получаем 16. 16 делим на 2, 8, да? Делим на 2, 8. В среднем 8. И теперь 230. Так. Разделим на 8. 28,75. И теперь, значит, что значит?
585 мощность выходная. Я уже заменил, вчера стоял, заменил. Помощнее поставил. И разделим на 28,75. 20. Видите, 20. 20 ватт на стою в среднем. То есть, сейчас это вам нарисую. Секунду, чтобы вы поняли, стою, к чему я клоню тут. Так. Значит так. К чему я тут клоню все? Вот что получается. Вот его схема. Мотор. Генератор. Так. И колесо тут. Так вот колесо. Вот так. Условно обозначаю колесо. Так. Условно обозначаем колесо. И вот так. Здесь будет реле стоять. Ну, я вместо реле сейчас пока щелкаю. То есть надо будет хорошее реле достать. Не думаю, что это большая проблема. Не китайский, а уже. Да поставлю его прямо на 220. На 220 есть мощная. Секунда. То есть не надо тут. И вот таким путем реле это будет. Значит. 10 секунд работает. То есть разгоняется. 10 секунд работает. 20 секунд. 20 секунд. Не работает. Не работает. Питание отсюда не поступает. Так. Вот что у нас получается. 22. Оно берет мотор. Дальше. А генератор 31. Да вы видели. 31. И еще два такта. Еще 20 секунд. Когда вместе с этим он 31. Так. А потом здесь 0. И здесь снова 0. А здесь у нас по 20. По 20. 20 и 20. В среднем. Ну, в среднем по 20. То есть два раза. Что у нас выходит? 22 мы потратили. А тут 40. 71. 71. Минус 22. Вот сейчас мы на калькуляторе посчитаем. 71 минус 22. 49 ватт. То есть 49 ватт. Итого у нас получается вот что. 49 ватт выход, 22 затраты. Такая система. Это на скорости 24. Если скорость дать больше, но для этого надо капитально это все сделать. То есть надо, нужны средства. Пока так. Подом, ну, дома пока. Значит, получается вот что у меня. 49 ватт. А 22 затратил. 49. Разделим на 22. КПД, видите, получается 2. 2 и 20. А, неправильно. Так, вот она. А, еще помножим вот на 100, чтобы понятнее было. 222. КПД 222. КПД 222%. Это что значит? Это значит, мы 22 мы должны вернуть назад. Иначе у нас по второму кругу она не пойдет. Правильно? Правильно. Значит, 49 минус 22. 27. То есть выход 27 ватт чистой энергии. 24.
не густо. Но чтобы было густо, густо. Надо, значит, увеличивать скорости, значит, надо. Небольшое средство, то есть сварку. Сварить железный вот ящик, все это закрепить. Сварить. Колесо приварить, у меня оно так прикручено, как говорится, для опыта. Вот, да, будет разгон больше, ГПД может увеличиться намного. Там можно будет не 10 секунд, допустим, а минуту, одну минуту держать. То есть минуту будет крутить еще. То есть не 20 секунд, а минуту, тогда будет уже получается еще за минуту. Во сколько это раз больше? 20. В 3 раза больше. То есть здесь бы уже не 27, а получилось 81, да, выход. 81 выход. Вот. То есть, чем больше скорость, тем теряется вес этого колеса. Но это даже вы видели заметно, что напряжение сначала, когда оно закрутилось, напряжение было там 8, а через 10, где-то 15 секунд оно вышло уже на 12 с чем-то, на 12-20. То есть система эта работает. Даже в малом варианте она дает КПД 222%. А если хорошо сделать, то есть можно пользоваться, получать там 20, 27, 30, там, допустим, я могу увеличить 50 ватт. Но чтобы это сделать капитально. Нужно, конечно, какие-то средства. Будем просить у людей.